На улице потепление и сложный период у коммунальных служб. Управляющей компании «Порядок» работа налажена даже в самых суровых условиях. Чтобы минимизировать происшествия, сотрудники трудятся круглый год. Мастер выездной бригады рассказывает, в день он выполняет около 10 заявок. Утро начинается как обычно, в 8 часов у нас проходит планерка. После нее у нас задание, по которому мы выезжаем по домам. Соответственно, по наружной части домов, уборка территорий. Ну, также осматриваем все в подъездах, как говорится, все двери проверяем, входные, лампочки. Особое внимание управкомпания «Порядок» уделяет чистоте. В подъездах ежедневно проводится уборка, а на дорогах и тротуарах работает спецтехника. Обслуживающие организации уверены, важно не только решать проблемы, но и предупреждать их. Именно поэтому инженеры регулярно проверяют техническое оборудование и теплоузлы. Бывают такие моменты, что смотришь на энергоустановку, то ли на электрооборудование какое-то, вроде как бы работает, да? Состояние хорошее, провел анализ, диагностику, работает. Но любая электроустановка, электрооборудование, тепловые энергоустановки, они выходят из строя. Мы проводим осмотр, проверку, диагностику. Это все для того, чтобы предупредить аварийные ситуации. Всего управляющая компания обслуживает в Владимире больше 50 многоквартирных домов. Также услугами этой организации пользуются бизнес-центры и административные здания. При этом стоимость обслуживания доступная. При формировании тарифа экономисты компании применяют индивидуальный подход. Валентина Караваева стала клиентом компании всего полгода назад. С приходом новой компании у нас подъезды стали чистые, от снега их очищают. Когда гололед на дороге, постоянно сыпят смесью, ходить хорошо, не как раньше скользко было. Очень нравится. Так что мы этой компанией очень довольны. Компанией «Порядок». Управляющая компания «Порядок» разрушает стереотипы о сфере ЖКХ. Коммунальная служба может быть современной. Например, в одном из дворов города по просьбе жителей установили специальные ворота, которые распознают номера машин. И все-таки самое главное не технологии, а внимательное отношение к жителям домов. Основная цель нашей управляющей компании – обеспечение комфортной жизни и проживания наших граждан. Для того, чтобы каждый собственник, выходя из своего подъезда, шел по чистой убранной тропинке, были убраны урны уже к выходу. То есть мы заботимся о том, чтобы территория была убрана уже до выхода людей на работу. Для того, чтобы люди не были обеспокоены теми проблемами, которые мы можем решить в рабочем порядке. Стать частью «Порядка» можно при помощи общего голосования собственников. О том, как это сделать и какие документы понадобятся, расскажут специалисты управкомпании. Они рассмотрят новые заявки. Управкомпания «Порядок» готова взять под свое крыло и ваш дом.